Всем привет, друзья! Сегодня хотел бы вам представить обзор на новинку от компании SM. Модель у нас в 48 масштабе, модель немецкого автомобиля радиосвязи. Модель у нас, как я сказал, в 48 масштабе. Так, первое, что у нас хороший, красивый, качественный боксарт. Далее, что нас ждет внутри. Открываем аккуратно. Коробочку. Ох, как плотно. Все. Давай мы с вами откроем. И мы видим с вами пакет с ледниками, инструкция. И еще у нас здесь имеются декали. Начну обзор с декалей. Такие махонькие, хорошенькие. Сейчас вам покажу. Вот наши декали, это у нас номерные знаки, получается, и обозначение каких-либо, наверное, частей немецких. Декали ОСМ сейчас выполняются на новой бумаге, поэтому каких-либо проблем при переводе декали возникнуть не должно. И следующее, с чего будем продолжать наш обзор, это у нас инструкция. Так, первое, что хочу обратить внимание, инструкция выполнена в виде журнала формата А4. Первая на странице и последняя глянцевая, все последующие матовые. Так, в инструкции у нас 8 страниц. Сейчас я вам покажу номера цветов. У нас Revel Tome при покупке можете сразу приобрести краску, необходимую для данной модели, что облегчит сразу сборку и окраску. Так, первое, что мы открываем, видим, это у нас наши ледники. Красным обозначаются неиспользуемые детали в данной модели. Далее у нас идет сборка модели. Так. Хочу обратить внимание, что инструкция достаточно подробная и каких-либо недопониманий, каких-либо проблем она у вас вам доставить не должна. И следующее у нас, это последняя страница, это вариант с декалями. Варианты окраски и декали. Первый это у нас Украина лето 41-го. Далее у нас район Дона лето 42-го. Следующий у нас Россия зима 42-й год. И четвертый вариант это у нас африканский корпус Ливия лето 42-го года. Вот такие у нас даны варианты декалей и окраса для данной модели. И теперь непосредственно обзор ледников. Сразу первое, на что хочу обратить ваше внимание, друзья, у нас в наборе присутствует плата фототравления. Это очень хорошо. Это у нас сделаны здесь решеточки. Все молодцы, выпускают свое фототравление для моделей. Вот наши леднички. Это у нас получается здесь два больших ледника, два маленьких. Это у нас корпус вверх-вниз. Кстати, хочу обратить внимание, что у нас корпус, он сразу сделан из двух частей, из двух половин. Это верхняя часть и нижняя, что упростит сборку данной модели. Ну, про фототравление я вам уже сказал, открывать данный пакетик не буду. Это у нас пакет с решеточками. Фототравление с решеточками. Могу, конечно, приблизить. Вот. Очень хорошо и качественно выполненное фототравление. Молодцы, ребята. Так, и у нас еще один пакетик. Это у нас с резиной. Ну, про резину ничего дополнительно говорить не буду. Резина хорошая. Каких-либо тут стыков, допустим, нету. Выполнено. Да, отлично. Ну и теперь непосредственно к обзору самой модели. Давайте начнем с деталей у нас сверху и низа.
Так, сразу могу прикинуть у нас, как это будет выглядеть. Сейчас посмотрим с вами. Состыковались детали. На отлично. Вот, даже это можно так вот на скидку посмотреть, что у нас при стыковке никаких проблем не возникает. Поэтому все хорошо, все отлично. Так, далее. Хочу обратить внимание, что у нас здесь сделаны отверстия смотровые. То есть они не залиты ничем. То есть сделаны отличные отверстия. И поэтому тут даже ничего прорезать не потребуется. Далее, следующее у нас это колесные диски. Колеса, я так понимаю, да. То есть, ну тут тоже все хорошо, обоя нет, толкатели внутри. Следующее у нас это детали также. Так, толкатели внутри. На мелких деталях обоя нет. Каких-либо дефектов на данной модели не обнаружено. Следующий линейк это у нас еще. Так. О, хочу обратить внимание, что у нас здесь колеса даны. То есть они у нас даны, получается, и в пластиковом варианте, и в резиновом. Поэтому кто какие захочет использовать, тот те и будет. Кому как это будет интересно. Так, на мелких деталях у нас облоя нет. Стыков пресс-форм. Кстати, хочу обратить внимание, что на колесах тоже хорошо они выполнены. Тут очень-очень практически незаметный присутствует стык. Каких-либо он проблем вам не доставит. Его удалить можно будет в два счета. Так, на мелких деталях у нас все отлично, как я уже это сказал. И последний у нас литник это. Тут какие-то у нас есть и детали, и подвески, и вооружение. Интересная модель. Так, мелкие детали у нас все пролиты качественно. Толкатель у нас находится на внутренних частях элементов. И, пожалуй, наверное, и закончим обзор данной модели. Потому что в данном случае у нас все отлично. Друзья, кто хотел вдруг приобретайте смело. Модель отличная, выполнена хорошо. Каких-либо проблем при сборке она доставить не должна. Всем спасибо. Пока.